передача в центр, но это гречиха. В принципе, не раз видели, как Денис наносил удары. Просто шедевральный мяч забивает Владислав Ложкин. Браво! Спокойно воспринимают свой успех. Вот так вот Ложкин аккуратненько мяч отводит вправо. Там Владимир Журов уже на этот навес не успевал. Ну и здесь видим, что и Павел Бурдуков неподалеку находился, и защитник Павел Марков. Но никто не смог помочь своему стражу ворот. Вот четвертый пробоины. 4-0. Красотища. Ну и это Владислав Ложкин. Говорил я, друзья,